выдающиеся спортсмены-бодибилдеры золотой эры. В золотую эру бодибилдинга в середине 20 века на свет появились некоторые из самых выдающихся и впечатляющих спортсменов, которые стали настоящими легендами в мире бодибилдинга. Эти атлеты отличались невероятной физической силой, атлетизмом и безупречной мускулатурой, полностью преданным искусству формирования и укрепления своих тел. Одним из самых популярных и известных бодибилдеров золотой эры был Арнольд Шварценеггер. Его имя стало неотъемлемой частью мира фитнеса и бодибилдинга. Шварценеггер, пришедший из Австрии, смог завоевать 7 различных титулов мистера Олимпия и стал лицом этого престижного конкурса. Его колоссальная физическая сила и фантастическая атлетичность заставляли восхищаться всю публику, а его упорство и самоотверженность были просто невероятны. Еще одним бодибилдером, который безусловно заслуживает упоминания, был Серджио Олива. Олива покорил сцену мистера Олимпия в 1960-х и 1970-х годах, став знаменитым благодаря своей непревзойденной физической форме и невероятно развитым мышцам. Олива считался одним из самых мощных бодибилдеров своего времени и стал примером для тысяч атлетов по всему миру. Кроме Шварценеггера и Оливы, также были и другие бодибилдеры золотой эры, которые оставили свой след в истории данного спорта. Джо Вайдер был одним из них, выиграв 5 раз мистера Олимпия подряд с 1992 по 1997 годы. Ронни Коулман, несомненно, удивил мир своими 8 победами на мистере Олимпии с 1998 по 2005 годы. Гэри Стремский продемонстрировал удивительную симметрию и пропорции своего тела, завоевав 3 раза мистера Олимпия в середине 1970-х. В то же время и у нас в стране были и есть такие выдающиеся спортсмены-бодибилдеры, как Владимир Дубинин, почетный президент Федерации бодибилдинга России. Александр Ешанькин, многократный чемпион России, Валерий Локтионов, патриарх бодибилдинга. Выдающиеся спортсмены золотой эры бодибилдинга не только впечатляли своими физическими достижениями, но и служили вдохновением для миллионов людей, которые стремились к здоровью и идеальной физической форме. Их преданность спорту, упорство и желание быть лучшими стали примером для подражания и вдохновляли других достичь своих целей. Золотая эра бодибилдинга ознаменовала собой время, когда эти выдающиеся спортсмены превзошли все ожидания и стали образцом для подражания. Их вклад в развитие этого спорта невозможно переоценить. Эти бодибилдеры золотой эры продемонстрировали, что сильные и красиво развитые тела могут быть созданы, если есть достаточно таланта, решимости и самоотверженности. Их достижения останутся в истории бодибилдинга навсегда и будут служить вдохновением для будущих поколений.